Здравствуйте, в эфире новости, в студии Евгений Синебок. В Югру из Донецкой Макеевки на отдых прилетели 150 подростков. Сегодня утром их встретили в аэропорту Сургута. Медики провели первичный осмотр, после с песнями и подарками волонтеры проводили гостей в автобусы. Треть прибывших отправилась в Ханты-Мансийск. В окружной столице их встретит Центр содействия семейному воспитанию. Еще 100 человек будут отдыхать в Сургутском реабилитационном центре в рамках программы «Отдыхай в Югре». Это своеобразная смена детского оздоровительного лагеря. Она рассчитана на 21 день. Для школы подготовили насыщенную культурную и оздоровительную программу. В круглосуточном режиме с ними будут работать врачи, психологи, педагоги и социальные работники. Отмечу, всего этим летом в Югре отдохнут 300 детей из Макеевки. В августе гостей примут Окуневские Зори в Советском районе и Юбилейные в Кандинском районе. Подготовлен курс медико-социальной реабилитации, различные оздоровительные мероприятия, психологическое коррекционное занятие. Коллективом учреждения в творческих мастерских, изо-студии, ликотеки, керамической мастерской будут проведены разнообразные увлекательные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Каждый ребенок найдет себе занятие по интересам. Коллектив учреждения с радостью ожидает такое событие. Замечательное, что мы встретим с удовольствием детей на югорской земле и по максимуму им окажем курс оздоровления, отдыха, реабилитации. Югорчан приглашают пополнить ряды волонтеров. Сообщение об этом опубликовал в соцсетях гуманитарный добровольческий корпус Югры. Речь идет об участии в гуманитарной миссии на территории Донецкой Народной Республики. Отмечу, что неподалеку от Мариуполя добровольцы из Югры организовали лагерь, в котором базируются миссии. Волонтеры из разных регионов страны, которые хотят помочь другим людям. Они распределяют гуманитарную помощь, помогают разбирать завалы. В их рядах есть медики, спасатели, люди инженерных специальностей. Заявку на участие можно оставить на сайте gumkorpus.rf в разделе «Стать добровольцем». Команда из Урая представит Югру в полуфинале всероссийского конкурса «Флагманное образование. Муниципалитет» проекта «Россия – страна возможностей». Наши управленцы из сферы образования и молодежной политики вошли в 120 лучших команд. Отмечу, всего во время заявочной кампании на сайте конкурса зарегистрировались 1500 сборных. Первым этапом отбора стало дистанционное тестирование. После команды разрабатывали программы по развитию системы образования в своем городе или районе. В полуфинале участникам предстоит пройти оценку психолога педагогических компетенций, надпрофессиональных и управленческих навыков. Этот этап состоится в Москве. Победители получат возможность войти в кадровый резерв, пройти переподготовку на базе Института управления образованием РАО или стажировку в лучших образовательных организациях страны. Отдыхавшим в Карелии детям из Югры ничего не угрожает. Об этом заявил заместитель губернатора Всеволод Кольцов. Напомню, накануне появилась информация о том, что группа детей из округа участвовала в лодочном походе на Валаам, попала в шторм и теперь им требуется эвакуация. Уполномоченные структуры правительства Югры находятся в постоянном взаимодействии с коллегами из Республики Карелия. Сейчас дети размещены в палаточном лагере на острове Валаам и обеспечены всем необходимым. Их безопасность контролируют сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Эвакуировать участников похода должны сегодня. Отмечу, прокуратура Республики Карелия начала проверку. Кроме того, расследование дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Югорчанам стоит готовить зонты. Как сообщает окружной гидрометцентр, до конца недели погода в регионе будет теплой, но дождливой. Возможны грозы. В Кандинском районе и Урае град. При этом порывы ветра местами могут достигать 18 метров в секунду. Гулять в такую погоду специалисты не рекомендуют. Ветер может ломать ветки деревьев и обрывать линии электропередач. Днем столбики термометров будут показывать до 24 градусов, ночью чуть прохладнее, до 13 по Цельсию. В Сургуте бьют рекорды по устранению колейности на дорогах. В этом году в самом большом городе Югры выровняют больше 8 километров автомагистралей. Это 100% асфальтового покрытия, где весной были замечены углубления от колес. На некоторых улицах они достигали 5-6 сантиметров, то есть в два раза больше разрешенной нормы. Как отмечают специалисты, колеи – частая причина аварий. В 2019 году суд вынес решение устранить углубления на 60 участках городских дорог. На данный момент почти везде сделали ремонт. Остались два объекта. В ближайшее время дорожники завершат здесь работы.
колья находилась в ненормативном состоянии, то есть ее глубина достигала порядка до 5 сантиметров местами. Вот, допустим, на самом кольце именно выход с поворота, там самое глубокое, самое напряженное место, где машины начинают поворот, ну, глубина до 5 сантиметров. Что могло, как бы, ну, влияло на безопасность дорожного движения? Ну, у нас в рамках ремонтной кампании в 2022 году было запланировано ликвидация колейности на площади более 63 тысяч квадратных метров. На данные мероприятия из бюджета города выделено около 193 миллионов рублей. Сейчас мы подходим к завершающим этапам производства работ по устранению колейности. Массовое ДТП произошло в Сургуте. Здесь столкнулись сразу 4 автомобиля. По предварительной информации, водитель «Мерседеса» превысила скорость, не справилась с управлением и наехала на ограждение, после чего столкнулась с «Тойотой» и «Фольксвагеном». Затем ее автомобиль отбросила на проезжавший мимо «Луидор». Виновница аварии и водитель «Фольксвагена» получили травмы. Это единственное ДТП с пострадавшими, которое произошло за минувшие сутки на дорогах Югры. Кроме того, госавтоинспекторы задержали 11 водителей в состоянии опьянения. Двое отказались пройти освидетельствование, столько же сели за руль нетрезвыми повторно. За выезд на встречку привлекли к ответственности 57 водителей, 56 нарушили правила перевозки детей. О том, какие новости югорчане обсуждают в интернете, расскажем далее. В Нижневартовске продолжается возведение новой школы. Общая готовность объекта составляет 60%. Завершить строительство подрядчики планируют осенью следующего года. Учиться здесь будут больше 1000 детей, к поиску учителей уже приступили. Коллектив образовательного учреждения будет включать 160 сотрудников. Работать приглашают и молодых педагогов. Им не только помогут в трудоустройстве, но и организуют проживание в доходных домах. В Югре запустили мобильное приложение «Госуслуги Дом». Наш округ стал одним из трех пилотных регионов, где жители многоквартирников могут задавать вопросы управляющим компаниям в режиме онлайн. Кроме того, система позволяет вносить свои предложения по улучшению обслуживания в сфере ЖКХ, участвовать в электронных голосованиях по вопросам управления, вносить показания приборов учета, а также осуществлять оплату. Отмечу, что в программе уже зарегистрировали больше 600 домов в Ханты-Мансийске, Белоярском, Нефтеюганске и Пойковском. В городской больнице Лангепаса появились современные медицинские тренажеры. Теперь на площадке учреждения работает комната с симуляционным оборудованием, среди которого анатомическая модель человека, манекен и разные части тела. Такой реквизит поможет сотрудникам управлять сложными сценариями и предотвращать врачебные ошибки. Так, например, на тренажерах-манекенах можно обучиться проведению внутривенных инъекций, а также отработать навыки оказания медицинской помощи в экстренной форме. В Сургуте полицейские проводят проверку в отношении индивидуального предпринимателя, который на протяжении многих лет оказывал туристические услуги. Этим летом клиенты агентства не смогли улететь на отдых. В числе пострадавших 200 человек. Подробности у Лианы Киямовой. Вместо райского отдыха на Коралловых островах – северный ландшафт. В эти дни Надежда Коломоец вместе с компанией друзей должна была наслаждаться отдыхом на Мальдивах. Но вместо этого ходит в полицию и в прокуратуру. Сургутянка оплатила путевку, но так и не смогла улететь в отпуск. Со временем она узнала, что в такой же ситуации оказались около 200 человек. Среди обманутых – пенсионеры, мамы с многодетными детками, люди, которые там свадебное путешествие, у них должен был быть отпуск. Ну, то есть настолько пролитых слез, и как бы многие даже одержимы тем, чтобы там этих людей посадили, грубо говоря. Мне вот не будет легче от того, что будут они сидеть, не будут. Просто хочется, чтобы они всем вернули честно заработанные деньги. Турфирма, в которой Надежда Коломоец купила путевку в Сургуте, работала несколько лет. Зимой югорчанка благополучно летала на Кубу с помощью той же компании. Среди близких и знакомых тоже многие путешествовали через это агентство и никогда не просили договор. Просто переводили деньги. Было огромное, ну, было настолько огромное доверие, тем более мы сами летали, что мы просто об этом даже, ну, просто не подумали. Это наша глупость, наша ошибка. Но как бы сейчас на самом деле этот договор ничего не решает. Как бы люди, у кого есть договор, они также свои деньги не получили, ждут и неизвестно, когда получат.
получится. Сейчас турфирма создала в мессенджерах группу. В ней находится 230 человек. Администратор обещает вернуть оставшимся без отпуска путешественникам деньги через расписку. Надежда Коломоец уверена, если возьмет такую бумагу с обещаниями, то уже точно никогда не увидит своих денег. Добиваться справедливости она решила законным путем. На сегодня в полицию Сургута обратилось около 20 человек. В настоящее время по всем фактам продолжается проверка. Устанавливается круг возможных пострадавших. В результате проверки в установленные законом сроки в рамках действующего законодательства будет принято процессуальное решение. Проверка с момента подачи заявления гражданами продлится около месяца. После этого полицейские, возможно, примут решение о возбуждении уголовного дела. Лиана Киямова, Юрий Чанцев, телекомпания «Югра», Сургут. Югорчане пойдут, а точнее побегут по следам медведя. Так называется забег по пересеченной местности, который в это воскресенье состоится в Ханты-Мансийске. По следам медведя уже собираются отправиться чуть больше 200 человек. Для участников организаторы подготовили две дистанции 7 и 21 километр. Кроме того, трейл-забег пройдет и для детей, но там дистанция намного меньше. Количество мест ограничено, поэтому организаторы просят потенциальных участников поторопиться. Более подробную информацию можно найти в группе фонда поддержки и развития массового спорта во ВКонтакте, а также на официальном сайте забега. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале «Югра».